мамы Чоли 11 сыновей и дочек. Все нашли дом. Остались самые веселые, самые активные девицы – Черри и Чита. Черри вся черненькая, а вот Чита окрасом напоминает немецкую овчарку, хотя и принадлежит к дворянской породе. По характеру подростки тоже разные, ни за что не догадаешься, что родные сестры. Черри, она активная, гиперактивная, она не может сидеть на месте. Она ласковая, Черри. А Чита, она более спокойная, но и более серьезная. От мамы девчонки унаследовали не только сторожевой талант, но и умение разбираться в людях. Несмотря на юный возраст, всего 4 месяца, Черри и Чита видят человека буквально насквозь. Если человек добрый, они это видят, то да, они будут сразу. Если же видят, что человек не очень хорош, то они не сразу к нему пойдут. Ему надо будет что-то для этого делать. Щенки привиты, стерилизованы, полностью здоровы. В еде не привередливы, хотя, конечно, свои пристрастия имеются. Кашу, сухой корм они едят, любят вкусняшки всякие, сырки, косточки для собак. Сестренки – всеобщие любимицы. Их обаятельные мордашки, веселый незлобливый нрав не оставляют никого равнодушным. Серьезно, и люди, и собаки, и даже кошки увлеченно играют с Черри и Читой. Но девчонкам нужен дом. И не один на всех, а свой, собственный хозяин. Для того, чтобы каждой досталось любви. Уж они-то ее заслужат, будьте уверены. Thank you.